Два освобожденных от основной работы заместителя и один неосвобожденный. Такую структуру предложил новый председатель городской думы Антон Ульянов. На должность неосвобожденного заместителя Антон Сергеевич выдвинул Евгения Михеева. Сегодня он работает в ядерном центре и возглавляет отдел по подбору персонала. И в связи с этими своими должностными обязанностями довольно много регулярно ездит по стране, по ведущим вузам страны, набирает молодых специалистов для ядерного центра. В принципе, этот функционал может представлять, значит, не только ядерный центр, но и в целом город. Евгений Михеев более 15 лет работает в ядерном центре. Кресло депутата городской думы занимает второй созыв, возглавляет фракцию «Единой России». В качестве первого помощника освобожденного заместителя Антон Ульянов предложил Андрея Немчинова. Он должен помогать организовывать работу думы и взаимодействовать с аппаратом. Андрей Сергеевич у нас тоже человек достаточно опытный, не только точно так же. Он работник ядерного центра сегодня, проработал уже тоже достаточно долго в ядерном центре и также начинал с 38-го отделения. Сейчас Андрей Немчинов работает в отделе по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления. Депутаты единогласно проголосовали за предложенные кандидатуры. Кто будет третьим заместителем, пока неизвестно. Его кандидатуру председатель предложит, когда проанализирует работу своих коллег-депутатов. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.